Накануне 300-летия со дня рождения великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова фракция КПРФ в Государственной Думе по инициативе Всероссийского созидательного движения «Русский лад» проводит научно-практическую конференцию на тему «Наследие великого русского ученого Ломоносова на благо России». Конференция состоится в Малом зале Государственной Думы 16 ноября в 14 часов. Мы приглашаем желающих на эту конференцию. Мы хотим показать на этой конференции не только величие научного подвига нашего великого соотечественника, но и отметить особую актуальность его научного наследия для сегодняшней России. Нынешняя власть пытается искоренить ломоносовское наследие, а оно очень необходимо нашему народу. И об этом пойдет разговор на конференции научно-практической. Будет принято заявление, и все участники конференции получат книгу «Великий Ломоносов. Так начиналась русская наука». Эта книга издана движением «Русский лад» к 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. И также все участники конференции получат книгу «Вставайте, люди русские».